Борис задает нужную энергию. Коллеги подхватывают. Здесь кто-то вспоминает Битлов, у кого-то рок ассоциируется с ирокезами. Неоднозначных мнений много, равнодушных точно нет. Главный магнит фестиваля «Атмосфера» – это музыка и особый антураж, из-за которого сюда едут со всех концов Одинцовского округа. Это все-таки формат open-air. Он и задумывался как open-air, то есть на открытом воздухе, и располагает более душевно, так это скажем, чем в стенах каких-то закрытых. Для рок-музыканта, бунтаря, сцена под открытым небом – это особый дух свободы, а для зрителей – возможность поближе разглядеть полюбившиеся коллективы. В этом году на фестивале выступили 4 группы – Джи-Джи Ли, «Осколки солнца», «Инканто Трио», «Немиша». Все они – местные ребята, живут в муниципалитете. Уже стало традицией. Фестиваль «Атмосфера» проходит в округе более 2 десятилетий. Для поклонников русского рока это возможность послушать новые композиции любимых исполнителей. А для самих коллективов – еще одна творческая площадка, где можно подарить праздник своим преданным зрителям. Латынай Урумбаева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».